фантиками же кушаю, правда? Не срывайся с крючка-то, разматывай. Конкурсы для сладкоежек и море угощения. У Дома культуры Радий собрались и взрослые, и дети. Как известно, шоколад не только вкусное лакомство. Он повышает сообразительность и поднимает настроение. И в этом дефицита никто не испытал. Отлично, просто супер! Любите ли вы шоколад? Конечно. А как вы считаете, шоколад это полезно или вредно? Полезно, но немного. Интересно, конечно, для детей это прекрасно. Даже нам, бабушкам, настроение подняли этот праздник. Ну а поддержать праздник и сделать его еще слаще решили активисты общественного движения «Яр гражданин». Сладкая плитка шоколада ждала всех участников праздника. Хороший повод – это Всемирный день шоколада. Мы узнали, что есть такой праздник. И благодаря этому можно собраться, посмотреть конкурсы, посмотреть самодеятельность. Но движение «Яр гражданин» отличается тем в городе, что проводит свою информационную повестку для людей разного возраста. Это есть и для активных, для спортсменов, для пенсионеров. Финал праздника – концертная программа. И, конечно, сладкое угощение шоколадным пирогом, который испекли организаторы мероприятия из Дома культуры «Радио». На клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щей и манной каши будем есть его всегда. Александр Захаров, Олег Лушников. День в событиях.